Хеллоу, Христос воскрес! Хеллоу! Всем хорошего настроения, хорошего полета. Так, все слышно, да? Итак, начинаем. Сегодня, в связи с тем, что все-таки большой праздник, программа у меня будет чуть-чуть помягче. Но не намного, предупреждаю, что не намного, но чуть-чуть помягче будет программа. Вот, сегодня будет вокально-инструментальная Ковальчуга, то есть VIP-Ковальчуга, вокально-инструментальная программа Ковальчуга. Итак, начали. Первая композиция, которую я хочу сейчас сыграть, из альбома группы «Карфаген» «Алеаторика». Автором являемся Антон Калугин и ваш покорный. Композиция называется «Таинственные замки». Советская общественность отмечала 110-летие со дня рождения Клавдии Шульженко. И у Клавдии Шульженко была песня «Вальс о вальсе», у меня будет песня «Вальс о вальсе». Эпиграф. Вот кто-то с гор, рачки спустился, наверное, ми, maybe it's me. Was
честь праздника некоторые такие лирические моменты. Композиция, написанная для неснятого еще фильма. Но если бы это кто и спел, то, возможно, Ирина Богушевская. Пока это называется «Экспромт. Напиток шиповника». В Одессе норм. Спасибо. Сейчас песня, а может танец, нет, не песня, танец, называется «Редосиляшки».
Вы думаете, какая песня? Горилла.
Спасибо. А хотите песню, которая написана для хора симфонического оркестра, но не исполнена? Да! А то все горило да горило, косорило да косорило. А сейчас будет песенка, она называется «Громы тихие». Я надеюсь исполнить однажды симфоническим оркестром и с академическим хором.
Спасибо. Ну, раз уже у нас классицизм. У кого был день рождения, вот, февраль, март, апрель? Вот. Уже раз пошла волна классицизма, после громов тихих уже, когда не хочется кощунствовать. Мы танцуем. Happy birthday to Mozart. Дерево, 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 д
Спасибо.